Ну что, Лена Александровна, здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Ой, слава богу, добрались. Я даже не знаю, сколько часов я сюда летела и ехала. Волнуетесь? Наверное, когда войду в зал, заволнуюсь, потому что ностальгия сразу, какая-то атмосфера, она, наверное, повлияет. Пока еще нет. Сейчас, когда вы оденетесь, нарядитесь, тогда, наверное, начну переживать и волноваться. А ты волнуешься? Я уже такой, на самом деле, на иголках. Будем все рассказывать? А? Все рассказывать будем? Да. И показывать? Ну да. Все, Спросите, почему такое плохое качество? А у меня для вас новость. Выпуска из Блэкпула пока что не будет. Мы приносим свои глубочайшие извинения за то, что выпуска до сих пор нет. Мы знаем то, что вы ждете, хотите это все поскорее увидеть, но из-за некоторых факторов, которые от нас не зависят, выпуск откладывается. Пока что на неопределенный срок, потому что мы сами еще не знаем, когда это все дело решится. В общем, монтировал, я собирал этот видос. У меня сначала сломался просто экран на компьютере, я подключил его к другому экранчику. Теперь у меня даже не открывается приложение для монтажа видео. Поэтому ролик, который вы только что видели, это тестовая версия того начала, которое я планировал сделать для данного выпуска. Ну а теперь к хорошим новостям. Мы решили то, что все препятствия в жизни для того, чтобы их преодолевать. И мы решили сделать для вас кое-что интересненькое. Так как контента на канале не было уже достаточно давно, мы сейчас, как сказать-то, что мы будем делать? Мы... Что? Вить! Что это ржёт? Мы решили для вас делать выпуски, внимание, каждый день. Небольшие выпуски, каждый день. Пишите, как вам эта идея. В общем-то, все. Начинаем с сегодняшнего дня. Ну а теперь погнали. У нас последний день перед Римини, перед Гранд-Слэмом. У нас сегодня тренировка. Алина сегодня делает брови, это мы не будем снимать. Ну а так как компа у нас нет, ты, красавица, нам больше не нужна. Фух, слава богу, не упала. Все, монтируем и снимаем на телефон. Смотри, сквозная дырка просто вот здесь вот. Вот так вот надо тренироваться. Точнее, так не надо тренироваться. Так обидно очень. Каждый раз на туфли тратится. Они, между прочим, дорогие. Национальные туфли стоят, учитывая, что я шью на заказ, стоят порядка 6-7 тысяч уже сейчас. Я последний раз за три пары отдал 21. А ты что без туфель? Так. У меня туфельки в руке, потому что я сначала пойду разомну чуть-чуть стопы, чтобы мне их не сводило. Блин, я бандану забыл. У тебя нет. Маша, улыбаемся и Маша. Тренироваться.
погнали! Что делаете? Ждем. Чего ждете? Страданий. Страданий? Почему страданий? Все подразмялись, сейчас прогончики у нас. Да. Где мы? На самом деле, к последнему дню все мышцы уже офигевают, болят и отказываются что-либо выдавать. Выдавать? Да. Чего, расскажи, где хоть мы находимся? Мы в Академии, в солнечном Биберево. Это наш любимый родной зал ТСК Академия. Ну, Пятьсона, привет. Где мы проводим, да, полжизни. Ты что бегаешь? Строение хорошее. Это вот Олег, он не местный. Ну, в плане, он не из Академии, он не в нашем клубе, да. Просто приходит к нам тренироваться. Да. Вот, поэтому не местный. Спасибо, что как твои брови? Живые, смотри. Нормал все? Как прогончик? День прогончик закончился. Все хорошо, на позитивном настроении. Заканчиваем свои тренировки. Ух ты, Андрюша. А что ты делаешь? Громче. Мы делаем движ, говорю. Давай фотку. Как мы делаем фотки? Смотри, я фоткался с кирпичом. Тьфу ты, блин. Я взял кирпич, короче, а там таракан сидит, видишь? Нет, не вижу. Ну и хорошо. Я думаю, он дохлый, пойдем. Что, ребят, уже поздняя ночь. Время почти 4 часа утра. Мы собрали наконец-то все вещи. Вот наши чемоданчики. Чемодан номер один, там чемодан номер два. Сегодня был нулевой выпуск наших ежедневных влогов. Теперь каждое утро в 8 часов утра по московскому времени. Что ты смеешься? Нет, просто. В 8 часов утра по московскому времени мы будем выпускать каждый день новое видео. Короче, подписывайся, ставь лайк и расскажи другу. Все, пока.